Мы создаем актуальную интерпретацию панковского макияжа глаз. Используем лайнер насыщенного черного цвета, рисуем аккуратные графичные стрелки. Начинаем с нижнего века и рисуем широкую стрелку, кончик направлен вверх. Стрелки получились удлиненными, четко прорисованными, архитектурными. Определенно чувствуется влияние стиля панк, но с современной ноткой. Привет, меня зовут Алиша, и вы смотрите телеканал Old Fashion. Сегодня я выйду на подиум в прекрасном наряде Хьюнми Нильсен. Широкие кожаные брюки, кожаный топ, белые туфли. Что касается макияжа, тон кожи естественный, визажист лишь придал сияние. Главный акцент – графичные стрелки. Яркий макияж глаз усиливает агрессивную нотку образа. Я выйду на подиум в пальто по колено из ткани в клетку. В руках буду держать причудливую белую сумку. Дополняют образ туфли оранжевого цвета. Посмотрите, какой необычный образ. Привет зрителям телеканала World Fashion. Меня зовут Лайс Скарлетт, и мы на неделе высокой моды в Париже. Я выйду на подиум в дерзком и необычном кутюрном платье. Думаю, современная высокая мода должна быть именно такой. Оригинальные наряды куда интереснее, чем сверкающие платья классического кроя. Мне нравится, что дизайнер предлагает нам надеть гольфы и туфли из денима. Кстати, они очень удобные, каблук устойчивый, не слишком высокий. Идти в них по подиуму легко. Я в восторге от всех образов из новой коллекции. Особенно запомнились кожаные брюки и, конечно, потрясающее платье с флористическими мотивами. Надеюсь, когда-нибудь дополню ими свой гардероб. Я выйду на подиум в джинсовом платье. Дополняет образ длинный белый шарф. Прекрасный наряд, по-моему. Необычный и стильный. Привет зрителям телеканала World Fashion, я креативный директор Хьюнми Нильсен. Отправной точкой в этом сезоне стали фотографии с разными нарядами. Меня заинтересовал крой и пропорции. Даже черно-белые фотографии отлично передают текстуру. Рассматривая фотографии, я в очередной раз погрузилась в мою любимую сказочную и романтичную кутюрную атмосферу. У меня было много источников вдохновения. Коллекция получилась эклектичной. И все же кое-что является общим для всех образов – фактурность и графичность. В этом сезоне я сконцентрировалась на создании нарядов для реальной жизни. Роскошь я сочетаю с практичностью и непринужденностью. Особенно ярко эту концепцию выражают пальто. Вы увидите и графичные пальто гипертрофированного кроя, и дождевик с оборками на спине, и пальто из перфорированной ткани. Практичность, комфорт и продуманный, выверенный дизайн – вот основы коллекции. Мне особенно понравилось платье с красными цветами, сшитое из полупрозрачной ткани. Люблю женственные образы.
Зрители телеканала World Fashion, добро пожаловать в Париж. В коллекции представлено множество нарядов на любой вкус. Порадовало многообразие палитры и то, как дизайнер сочетает всевозможные материалы. Выбор аксессуаров необычный для кутюрной коллекции. Вместо вечерних образов дизайнер создает практичные образы, которые мы с удовольствием подробно изучили. В общем, я в восторге от коллекции.